заставит себя ждать. Whiskey Cats Project, Osaka no Yurei, Fandom Lamenta, Beyond the Void, Artifact X. Выживали коты. И все бы ничего, но пришла к ним беда неведомая. Начали у них хвосты и уши отваливаться, а сами они начинали появляться в другом фэндоме. Не переживай, Рэй, найдем мы твои уши и хвост, пришьем обратно. Не нервничай, а то еще что-нибудь важное падется. А че это такое мелкий стал? Ты кого назвал букашкой, которую нужно расследовать микроскопом? Нет, простите, пожалуйста, простите, я не то имел в виду. Ой, ладно, пошли дальше искать. Артефакт. Что? Где? А какой артефакт? Артефакт X. Этот артефакт был создан в ночь, когда надкусанная луна спряталась за вершину отломанного холма, на котором временная ловушка родила хромоногого червяка под стоны совы веточки, чьи изумрудные глаза... Давай уже, короче. Ладно, ладно. В общем, эта штучка-хренючка поможет вам избавиться от напасти. Глаза будут сверкать, уши торчать, улучшится пищеварение, развалятся морщинки, волосы будут блестеть и пахнуть морозной свежестью. В общем, все будет чики-буки. Вперед! Ты веришь? Насчет пищеварения не особо, а вот волосы не помешало бы. Там бегут уши, принести в жертву. Залезай. Слушай, ты тут такого с ушами не видел? Нет. Что это у тебя ног так много? У каждого свое достоинство. Тебе там так жарко. Ну, рассказывай, что там у тебя случилось? И Каноэ начал рассказывать историю своего хутора. От самого его основания. Как был заложен первый камень, как был вырыт первый колодец, как по мостовой в дождливые дни червячки ползают, как его семья приехала сюда несколько веков назад, как его отец изгнобил свое здоровье на родниках, как мать... Ну, не будем о ней, как мир нашла его жизнь и дошел до сегодняшнего дня. Наконец-то. Просыпайся, значит, с утра. А тут какие-то коты. Говорят, уши гони. Вот я и побежал. Асад, ну одень куртку, ну одень. Холодно, замерзнешь. Уйди, безухи, не один. О, одного уже лишили. Пошли уже, нечего нам времени терять. А куда это? Мы идем искать артефакт X, который поможет вернуть его достоинство. Уши и хвост, а также улучшает пищеварение, разглаживает морщинки, а волосы заставляют блестеть и пахнуть морозной свежестью. Пожалуй, я пойду с вами. И вот отправились они до славного города. Ну, в общем, пошли. И шли они лесами темными, горами высокими, тропками путанными, пустынями жаркими, океанами бушующими. И дошли они до изломанной горы.
Ребят, а мы правильно вообще пришли? Ну, нас же автор вел. Ну, тогда мы на месте. А что нам искать? Артефакт XXL. А раньше был просто X. Ну, вас же стало больше. Вот и размерчик вырос. Я нашел! Мне больше надо. У меня волосы длиннее. Нет мне. Я вообще ушей лишился. Нет мне. Нет мне. Волосы. Уши. Волосы. Уши. Соби. Ой, то есть рай. Рай, не умирай! Ну ладно. Самые красивые герои не могут умереть. А что мы вообще тут делаем? Да не знаю. Ну что, этот... с ушами... Проверял? Слушай, а мне так по твоим плащом понравилось. Может, повторим? Да, да я. Вы помните вообще смысл игры? Ну так идите и соответствуйте. И стали косой лягушка и хромоножка червяк жить-поживать и добра наживать. А почему конец такой странный? И вообще, в чем суть? Это же японская игра. Да и вообще, я голос свыше, я вам не Википедия.